Творение называется «Дамы». Такая двойность между мужчиной и женщиной. Ты хочешь видеть женщину во мне, спокойную, изысканную даму. Каблук и веер, сумка на ремне. А я люблю мгновение, когда мы дурачимся, болтаем чепуху. Ты хочешь видеть женщину во мне, чтобы я была рабой послушной самой. А мне бы петь в распахнутом окне, уютную, заботливую маму попробуй поискать в других местах. Ты хочешь видеть пред собой жену, готовую на все, простить измену, платить семье любую дань и цену, забыть полеты и идти ко дну. Скажу тебе сейчас, как на духу. Ты знаешь, милый, перед расставанием пойми одно, не быть пантере ланью. Ты ничего не разглядел во мне.